Привет! Я только что приехал от моего крестного, и у меня там братик по имени Алан. Он меня за пазуху хватал, бил меня. Я с ним играл там еще. Еще я привез вот такие шахматы в виде гномов. Но я еще ними не знаю, как играть. Но я вроде бы правильно все расставил. Мой крестный, он напечатал эти шахматы в виде гномов на 3D принтере. Тут есть король, ферзь, вот он. Это ладья, это слон, вот это, а это лошадь. А это пешки. Их тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Целых 8 штук. Обычно шахматы черно-белые, но у моего крестного не был черный пластик. Ну, у него был только синий и белый. Так что с синими шахматами и белыми зато интересней. Вот это у нас синие. Синими буду играть я. А белыми будут где-то играть мой дедушка. У белых то же самое, как у синих. Король, ферзь, ладья. Слон. Еще вот такая лошадь. Тут их две. Еще тут есть вот такие пешки. Их тут 8. Когда-нибудь я вам покажу, как у моего крестного печатает 3D принтер. Разворачиваем эти шахматы на синие. Вот синие опять. Придет мой дедушка, и он меня научит, как шахматы играть эти. А вам всем пока-пока. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.